Всем привет, с вами Макс Пауэр, и это открытие посылки с PlayStation One. Данную посылку мне отправил человек, за что ему большое спасибо, по имени Александр с Ижевска. Нашел я ее на просторах с паблика 90-е, там есть раздел барахолка, и среди всех лотов меня заинтересовал один очень интересный лот. Там продавалась PlayStation One и куча-куча дисков к ней. Причем таких дисков, которые меня как раз интересуют по описанию. Вот. И сама плойка тоже у меня должна быть в коллекции. Я как старый Sony Boy просто не мог пройти мимо такого классного предложения. Стоимость 1400 все было. Но давайте-ка все это откроем и посмотрим, что же там внутри. Что в этом ящике Пандоры. Так, все так основательно запаковано. Видно, человек постарался. Спасибо Александру за это. Ух ты, даже каждый диск запакован. Вообще шикарно. X-Files. PlayStation. Никогда не играл в X-Files. Даже два диска. Русская версия. В принципе, отлично. Шикарно. Начало интересное. А вы играли в PlayStation? На X-Files, X-Files точнее. На PlayStation. Если играли, то скажите, напишите в комментах. Вот тут целый ящик всего. Как здорово распаковывать их. Да, некоторые без этой штучки, но это не страшно. Без пластиковой сверху. Так. Moto Racer 3, Twisted Metal 2, уже интересно. Twisted Metal одна из моих любимых серий на PlayStation. Вторая часть тоже классная, конечно, но моя любимая четвертая. Угу. Диск немножко пожуханный, но я думаю, его можно восстановить. В принципе, моя старая плойка даже такие диски читала. Главное, что они штампованные, то есть на заводе сделаны. Хорошо, Twisted это классно. Так, следующее. Опять, CD3. X-Files на трех частях. 4, CD4, обалдеть. 4 диска. Так. Угу. Так, следующее. Блин, Александр, у тебя железное терпение, каждый диск выворачивает. Ну, за это большое спасибо, конечно. Драйвер 2. Угу. Тоже вещь. Когда еще не было GTA 3, эта игрушка была прародителем, скажем так, серии открытых городов и возможности по ним перемещаться. Вот такой диск с интересным просто названием и все. CD1, CD2, драйвер 2. На двух дисках. Он даже есть с описанием. Помните, что является основной причиной ДТП. Круто. Так. Spider-Man 2. Тоже. В детстве, к сожалению, обошла меня стороной эта игрушка. От Кьюда, кстати. Но я думаю, можно сюда это наверстать. Нимфоспид. За Нимфоспид. Без частей. Скорее всего, первая. Так. Хорошо. PAL-версия. Spider-Man возвращается. Погамаем. Вот что такое Wargames. Defcon 1. Ух ты, диск Need for Speed 4. У меня такой был, кстати, когда-то. Только он был уже столько раздавлен пяткой. Теперь он опять будет в коллекции. Это супер, кстати, одна из лучших частей, которая мне нравится на PlayStation 1. В нее детство очень сильно и долго рубился. И даже прошел полностью. Что для Нимфоспида очень редко для моей, из моих коллекций. Так, Wargames от команды противовоздушной обороны Северной Америки.
Может, на Desert Strike что-то похожее? Это не играл. Надо попробовать. Обязательно. Ну, я думаю, есть чем заняться. И сейчас, и особенно летом на даче. Там большой старый телек. И PlayStation на нем просто шикарно играется. NHL 2001. Кстати, это, наверное, одни из самых таких игр, которые в конце жизни PlayStation 1 выпускались. О, Nuclear Strike. Вот его-то я давно хотел. На Sega мне нравилась серия Desert Strike все время. Я всю прошел ее. И Nuclear Strike на PlayStation я только видел. А тут целых две части в одной. Зашибись. Так. Vigilant 8. Ну, прям праздник какой-то сегодня. В принципе, Vigilant это то же самое почти, что Twist Metal. Ну, очень близко по духу игра. К сожалению, сейчас таких игр не выпускают. Но в то время это было супер. Машины, полное оружие. Со всякими спешалами, своими прокачками. Здоровско. Ну, НХЛ можно погонять. То есть, НХЛ-то здесь нет. Да. Где-то, наверное, записался диск. Будем искать. Так. Это что у нас? Rainbow Six. Rune Wolf. Да. В это я тоже не играл. А здесь еще один диск. Кроме самой Rainbow Six. Panzer Front. Battle Tank Simulator. Люблю симуляторы. А танчиков тоже. Особенно. Так. Следующие. 2-in-1 Fighting Force. А, Fighting Force. Ну, это же классика. Это супер. Что-то подобное на BattleTots, только в 3D и с крутой графикой для PlayStation. Так. Fantastic Four. Вот это интересно. Розовый диск. Какой-то замок на нем. Без понятия, что за игрушка. Когда-нибудь, наверное, сделаем на нее обзор. Так. Хорошо. Fighting Force тоже классно. Очень даже классно. О, Tomb Raider. Та самая Лара Крофт. С еще квадратными. Ну, вы сами знаете чем. Так, здесь диск НБА. Хупс. И Tomb Raider. Adventures of Lara Croft. Прикольно. А на картинках она сколько будет? Но тогда, в то время, все дело воображения. Так что это было не важно. Resident Evil, классика. Nemesis. Третья часть, в которой я не играл. Еще четвертая часть. Два в одном. Просто супер. Так, что тут есть? Продолжение прославленной саги о борьбе с ордами зомби. Угу. Клево. Ужасные такие скриншоты с большими-большими пауками. Больше человека. Ну, Resident Evil это классика. Можете посмотреть. В Ютубе есть целый полуторачасовой фильм про всю сагу. Очень, кстати, интересно. Погуглите, посмотрите. Вот. Там люди постарались, действительно сделали классный фильм про эту игру. Это достойный этот проект, конечно. Больших похвал. На все времена. Вот это, да. Я же говорю, сегодня просто праздник. Хотя даже на скриншотах я ее не видел. Warzone 2100. Точнее, в лоте, когда я смотрел, там не было Warzone. А это она, еще и Red Alert. Ну, просто супер. Две стратежки в одном упаковке. Класс. Угу. Warzone 2100 это вообще уникальная стратегия. Если сравнивать со современными, здесь просто было... И в то время, наверное, было ноу-хау. И сейчас даже нет таких подобных стратегий. Ну, кроме я не видел еще. Основная фишка этой стратегии была в том, что вы можете создавать юнитов не просто готовых, как уже по шаблону, которые есть, а полностью сами настраивать им боевое шасси, пушку ставить, какую хотите, или пулемет, настраивать броню, настраивать колесную базу. В общем, как будто вы создаете с нуля, как это инженер на заводе,
боевую технику, и причем характеристики могли у нее быть, ну, совершенно не, которые даже непредсказуемы. Могла быть, например, очень мощная ремонтная машина сделать ее. Ее тяжело было пробить, но она была ремонтировать все другие машины могла. Или сделать командную турель с очень быстрой тягой, но очень слабой, которая убивает с одного удара. В общем, там настраивается практически все. Ну, естественно, чем круче юнит получается, тем он тяжелее и дороже. А вообще про нее очень долго можно рассказывать. Я не обязательно когда-нибудь сделаю обзор на эту игрушку. Это моя любимая стратегия, одна из любимых, кроме генералов. И поэтому она достойна топа моего чарта игр. Да, ну и Red Alert еще здесь. Retaliation. Это, скорее всего, первый Red Alert. Я даже видел еще на DOS, по-моему. Ну, стоит взглянуть еще раз. Может, что-то пропустил. Да. Стратегии – это хорошо. И, кстати, можно играть в стратегии с помощью геймпада. Это все мифы. Evil Dead. Hail to the King. Так, 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 это я не играл. Квадиска. Evil Dead. Что это у нас? Жил-был скромный продавец супермаркета, делал сельхозтоваров по имени Эш. Ну, начало интригующее просто. Обязательно поиграю. Хотя бы посмотреть, что это надо. Сюжет достойный Оскара. Так. Duke Nukem. Duke Nukem. Land of the Babes. Планета девушек, скажем так. Так, Duke Nukem. И слова землю захватил злобный пришелец. Ну, и снова землю захватил. Там уже не знаю, какая часть это была. Обалдеть. У меня просто в каждом диске ждет сюрприз. Это же World of the World. А, War of the World. Война миров. Этот диск, точнее, эта игрушка, меня тоже поразила в детстве, кстати. Это моя первая такая... Не до стратегии, она, как бы объяснить. Там можно было юнитом кататься и убивать этих пришельцев. Они были просто огромные на весь экран. И, кстати, прикольная музыка там играла, насколько я помню. Довольно захватывающая игрушка, и нужно ее обязательно еще раз запустить и попробовать пройти. Круто. Так. Просто праздник какой-то. Quake. Классика. Quake 2. Коробочку нам поменять будет ему. Потому что это топ, тоже топовая игрушка в моем чарте. Диск Quake 2 на русском языке. От Парадокса. Так, такого у меня еще не было. Ну, в принципе, они все похожи были. Там какая-то вещь еще ходила у нас, которая была с читами. Можно было здоровье бесконечно делать прямо при старте игры. Возможно, это одна из таких игрушек. Но квака есть квака. Это классика. С нее начиналось шествие в 3D-экшен. Какие современные кризисы, Battlefield, что это по сравнению с тем Quake в то время? Так, Jet Ice Combat. Битва на самолетах. К удивлению, я об этой игрушке не знал в детстве. Продолжение успешной серии ракетных авиационных стрелялок. Стрелялки я люблю, особенно на самолетах, тем более. Ace Combat Электросфера. Крутой диск, кстати, оформление прикольное. Ну, немножко уже, конечно, поюзанный. Да даже не сильно. Точнее, не немножко. Оп, сейчас еще раз поцарапаю. Но, надеюсь, будет работать. Штамповка, она есть штамповка. Преимущество ее в том, что она читается даже очень убитые диски. На полке первой. Так. О, Twisted Metal Small Brown. Small Brown. Честно, я только со вздохом могу говорить про эту игрушку. Вот тут даже Vigilante 8 есть еще. Вот. Или это такой скриншот странный, двойной. Так, Vigilante 8. В общем, Small Brown — это такая игрушка была. Скажем так, самая неудачная часть Twisted Metal, которая есть. Я очень разочаровался, когда ее увидел. Так. Но здесь почему-то диск Army Man. Воздушная атака. И Гран Туризмо. Хм,
игровая коллекция. Гран Туризмо — это хорошо. Первая часть и вторая, да все части классные. А вот Twisted Metal, Small Brand тут не нашлось. И причем другой скриншот. Ладно, наверное, где-то среди дисков опять искать надо. Потом надо будет проводить глобальную ревизию. Все это вместе собирать, чтобы все по полочкам лежало. Так, Легенд. Так и называется. Безумные тени. А тут Легенд. Причем просто название зелеными буквами. Так, нормально, в принципе. Какая-то, видать, РПГ или что-то подобное. К сожалению, в детстве не так и не удалось в РПГшек нормальных поиграть. Ну, кроме первого Диабло, по-моему, еще была. Тоже неплохая. Так, тут скриншоты. Для любителей Fighting Forces South Blade. Фирма Funsoft. Солнечный Софт выпустила свою новую игру. Но если что-то близкое с Fighting Force, это будет здорово. Скорее всего, что-то такое. Такое же, как Fighting Force, только в древности. С топорами, мечами и всем таким. Это что у нас? Delta Force. Тоже классная игрушка. Urban Warface. Так, Безумные тени 2, Odyssey 2 и 5 дисков. Еще первая часть где-то была, только что вытаскивал. Delta Force, Urban Warface, в русском языке. Все как обычно. От Qdos, известная миллионная серия на PC. Delta Force проходит с дебютом на PlayStation. Вот так вот. Про что я забыл? А, да-да-да, спецназ, все такое, короче. Что-то похоже с Simple Fitter, по-моему, было. Только видео, как играют. Rock'n'Roll Racing 2. Вот это вот интересно. Был еще вторую часть. И, оказывается, еще и на PlayStation. От Interplay. Кстати, неплохо. Опять праздник. Как ND Crossfire. Тоже такой диск у меня уже есть, но он очень убитый. Тут, конечно, не самое идеальное состояние, но... Ничего, диск поживет еще. Тот у меня вообще не читается. Даже на компьютере пришлось его с помощью алкоголь 120 провести в ISO образ и потом уже записать на диск. Потому что он читался 3 часа только на компьютере со всеми ошибками, что пропустить. И только потом записывался на баланку. Да, вот диск вот этот. Racing. Rock'n'Roll Racing Red Asphalt. Red Asphalt? Red Asphalt. Красный асфальт — это же другая игрушка. Это не Rock'n'Roll Racing. Чувствую, здесь что-то нашаманили, товарищи пираты. Добро пожаловать на гонки. Здесь есть только одно правило. Правил нет. Угу. Не, ну, мне этот асфальт нравился, потому что это близко по духу к Twisted Metal. Вот, там тоже машинки, тоже всякие прокачки и тоже оружие очень много. Только отличие Twisted Metal от Rock'n'Roll Racing было в том, что... Точнее, от Red Asphalt, как тут написано еще. Было в том, что Red Asphalt — это гонки, а Twisted Metal — это просто типа сражение, как Quake, например. Только на машинах. Ксена. Warrior принцесса. Как это, военная принцесса? Зубодробительный, непрекращающийся ни на секунду экшен, где вам отводится роль прекрасной Ксены принцессы, воительницы. Вот так вот. Есть такие скриншоты интересные. Угу. На ней минимум брони. Это прикольно. Стоит просто для прикола посмотреть. Вот с паучком. На русском языке. Хорошо. Эк. Это вот интересно. Doom. Doom Forever. На PlayStation. Нет, я играл Doom. На компе. Вам фанаты 3D-шутеров. Адская смесь. Из всех выходящих ранее частей культовых игр Quake и Doom. Ну, просто супер. Quake первый, походу, здесь и Doom еще есть. Кстати, еще Armor Core. PSX. На русском языке. Причем вот это, похоже, ближе к лицензии. Ну, по крайней мере, запись. Это, такие диски были качественные. Читались хорошо с этой полоской. Так, классно. Классно, классно, все классно. Так, смотрим дальше. Гран Туризмо.
The Real Driving Simulator. Это был первый диск, первая часть. Это, скорее всего, от него. Ага, тут еще вторая часть. Диск 1, диск 2. Ага. Ну да, в принципе, две части Gran Turismo. Они на двух дисках, кстати, были. Тоже была такая игрушка давно. Просто я поменял ее, и так она исчезла. Поменял, напомню, не помню на чем уже. Классика. Вторая часть вообще суперская тоже была. Первая неплохая, но вторая была намного круче. Так, Египет. 1156 КР. Гробница фараона. Тык-тык-тык. Историка, фантастическая атмосфера игры вовлечет вас в волшебное путешествие по Древнему Египту, времен привилегии, правление права фараонов. Вот так вот. Текст и звук на русском языке. Без понятия, что за игрушка, я даже не видел такие в обзорах. Скриншот там что-то здесь с 3D, и тут какая-то армия еще есть. Вот здесь что-то похожее. Какую-то стратежку, как будто сверху. Будет что поиграть, будет чем заняться. Так. Следующая. Spyro Dragon. Большое приключение маленького дракончика. Тоже видел где-то в обзорах игрушку. Это ужасный и мерзительный норк превратил 12 добрых драконов в каменные изваяния и приказал похитить драконные яйца, чтобы оставить королевство. Наверное, создатели Марио. Ну, судя по сюжету. Еще Блейд, кстати. Две сочетающиеся игры будут здесь. Блейд про вампиров и это про дракончиков. Ну, что похоже. Не, надо поиграть. Может, детская игрушка, конечно, по-любому. Один игрок, два блока памяти. Полчаса до опасности. Будет веселое времяпровождение. Так. Оу, есть. Дюна 2000. Long Live the Fighters. Длинная жизнь бойцов? Или это такой мод? Так, Дюна 2000, классическая Дюна 2 возвращается. Воссоздана тысячелетия. Ну, эту игрушку, я думаю, не надо представлять. Это было супер. Так. Версия на PlayStation была просто замечательная. Кроме того, что она сохранила атмосферу Дюны 2. Она еще была классна тем, что были шикарные ролики там. Было просто интересно наблюдать за всем происходящим во время прохождения. Тут еще диск какой-то World War Army Man. Ладно, это мы отдельно посмотрим. А сам диск Дюна вот такой. Нормально, в принципе. Не сильно убит. Полностью на русском языке. Тоже хорошо. И музыка была классная. Ну, в принципе, все там классно было. Полностью новая графика. Вот так вот. 2000-я Дюна. 15 лет прошло. Но тогда это было супер. Итак, мы подходим к основному. Так, сколько дисков получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. 13 на 13. Получается около 26. Нет, 26. И там еще в каждом где-то по одной, по два. Ну, дисков 40 точно будет, наверное. Это здорово. Тык. Угу. Кабели. Так, нормально. Немножко заизолировать по-новому надо будет. И запаять. Это не страшно. Блок питания. Угу. 7,5 вольта, 2 ампера был. Раньше такой. В принципе, на PlayStation 2 тоже, говорят, подходил. Ну, проверить. Все. Коробченку убираем. Фу. И вот она, плойка. Да-да-да, это самая PlayStation 1. Хорошо запаковал. Александр, еще раз тебе спасибо, что ценишь такие классные штуки.
и запаковываешь их как надо. Хоть путь-то, в принципе, недалекий был, но всегда лишняя забота не помешает. В важных вещах. Вот она. Вот она, вот она. Койка первая. PlayStation One. Продолжение знаменитой PlayStation FAT. Точнее, ее модификация 2000 примерно года. Именно в 2000 году представлены первые модели более тонкой PlayStation. Это модель SCP-102. Ну, довольно популярна у нас в России. Питается 7,5-вольтового внешнего блока питания. И тут у нас... Ну, все стандартно. Порт питания. АВ-видео. Аудио-видео выход. Лазер. И, насколько я вижу, вроде оригинальная читающая часть. В чем суть? За эту сумму 1400 рублей, да? Которую я купил вот этот лот. Вроде бы сумма-то вообще небольшая для PlayStation. И всего к ней еще столько дисков в придачу. В чем, как говорится, подвох, спросите вы? А подвох в том, что она не работает. Ну как не работает? Она работала отлично, по заверениям Александра. Все отлично работало, читала все диски, была чуть ли не как новая. Короче, работала классно. Но в один прекрасный момент он подключил сюда джойстик от PlayStation FAT, от толстушки. Может быть, с этим джойстиком были какие-то проблемы, или может там был сломан провод. Но в итоге, в общем, она перестала работать, как мне он сказал. Не включается. Сейчас мы будем проводить небольшой тест. Подключим это питание. К ней. Так. И включим блок питания сюда. Да, не работает. Действительно не работает. Ну, ничего страшного. Она попала в хорошие руки, и, естественно, я, как любитель PlayStation, обязан ее починить. Я так думаю, ну, по крайней мере, по той информации, что у меня есть, хотя One PlayStation ни разу не чинил, но в FAT-ках была тоже такая проблема, иногда выгорали предохранители. Предохранители ставятся там на защиту плат от джойстиков, от блока питания, от привода, в общем, везде они там стоят, на каждом узле PlayStation. И какой-то предохранитель, скорее всего, просто вылетел. И он не работает. Бывает, что джойстик замкнутый, то есть, когда его втыкаете, там какие-то провода перекрутились внутри, он замыкает ее, и она, чтобы вся не сгореть, отрубает нужные предохранители. В любом случае, вторую часть ремонта, как я его сделаю, как я доведу ее до ума, и мы на ней поиграем, вы посмотрите на моем канале. Ссылку я сделаю под этим видео, даже вот здесь. Можете щелкнуть, если у вас включены субтитры, комментарии. Там ее починим, и будет все классно, короче. Но пока. Надеюсь, вам понравились эти диски, и обзор, и все остальное. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь. Всегда будут интересные видео про все, что угодно. Но особенно про PlayStation. С вами был Макс Пауэр, канал PlayStation.